My name is Adil Abdullahi Ahmed. Family name is Muhammad. 28 years old. I'm in Ukraine hostage. Моя фамилия Мохаммед. Name, excuse me. Адил. Адил. По имени Адил, 28 лет от роду. Он находится в плену в Украине. Okay, from Mogadishu to Addis Ababa, Addis Ababa to Moscow. Из Могадишу в Адис-Абебу и в Москву. I have a tourist visa for 3 months. Туристическая виза для 3 месяцев. Because I don't have papers. For work permit, they didn't pay me as the time, and also when I'm leaving, they didn't give me my last salary. На предприятии была коррупция, поскольку у него не было официальных документов, поэтому ему не платили столько, сколько обещали, и когда он уходил, ему не заплатили за последний месяц. I just asked them that I need a job in the military, and they said this is the things we will give you directly. So I said, where should I be working? They said, you will work inside Russia, within the army, Russian army. Он пришел и сказал, что ему нужны деньги, ну, естественно, работа. Ему сказали, что они могут предоставить ему службу в армии, в российской армии, в качестве солдата. Ему было обещано тем представителем, который там работал, оформлял документы, что он будет работать внутри России, ну, служить внутри России. They promised me for giving me a passport. And salary, I will say by dollar, 1,900. Ему было обещано паспорт и зарплата $1,900. When your contract was signed? Last year, December 3. 3 декабря прошлого года он подписал контракт. Когда ты попал в плен? When he was captured? 7 January. 7 января он попал в плен. They didn't give me the exactly things what I saw. When I saw, I was shocked. I didn't know the exactly things because I thought I will be serving inside Russia, and the military of Russia, they are in the first line, so they need some people in the back. So I didn't expect what I saw. Он был шокирован, когда оказался в боевой ситуации, поскольку он был, ему было обещано, что он будет служить в тылу, поэтому все, что с ним произошло, было абсолютно не тем, на что он рассчитывал.